Всем большой привет. Гамар Джоба Геннад Свали. Мы сегодня в ресторане Джон Джоли. И с нами очаровательная повар Ирма. Гаги Марджос. Мы будем сегодня готовить запеченный баклажан. Чтобы приготовить баклажан, нам понадобится соус. Майонез, сметана, аджика красная, чеснок, соль, кинза и укропчик. Берем баклажанчики. Угу. Отрезаем. Упочку. Да. И будем делать нарезки. Угу. Нарезки или... Ломтиками, да? Да, нарезаем. Ломтиками нарезаем. Угу. Ирма, а вот эта часть баклажана у нас мы оставляем? Это, ее, да, это у нас остается. Все. Угу. Ирма, а расскажи, угу, почему именно вот так мы нарезаем баклажаны? Мы будем сюда мазать соус, угу, и помидоры ложить. Мы ее чуть-чуть посолим. Так. Мы ее жарим на раскаленном масле. Пока жарится баклажан, мы приготовим соус. Берем майонез. На одну порцию 2-3 ложки хватит. 2-3 ложки столовых. Да, столовых. Угу. Берем сметану. Сметану чуть-чуть поменьше. А, угу, чуть-чуть поменьше, чем майонез. Да. Так. Солим. Красную аджику добавляем. Чайную ложечку. Добавляется чесночек. Угу. Мелко-мелко рубим. А кинза? Кинза тоже добавляем. Без кинзы тоже никуда. Никуда? Никуда. Ирма, а что за аджика? Сами делаете? Аджику тоже сами все делаем. Да? Можно попробовать? Да, конечно. Так, друзья, сейчас попробуем. Да. Грузинская аджичка. Грузинская аджичка, да. Острая? Острая. Очень? Очень. Ну, друзья, острое мы любим. Очень острое. Добавляем чесночок на соус. Очень реально матерая. Берем укропчик и кинзу. Пару веточек, да? Да. А как аджика готовится? Дробленый копченый перец, угу, хмели-сумели, ага, чеснок и соль. Добавляется водичка и перемешиваем. Так делается аджика. Друзья, попробуйте. Мелко рубим. Ага. В соус добавляем кинзу и укропчик. И перемешиваем это. Да, и перемешиваем. Все? Достаточно, да? Да, да, все, соус готов. Ну, друзья, я пробую. Моя любимая кинза. Кинза. Хотя, если у меня родится дочка, назову ее кинзой. Нет, не пойдет. Баклажаны у нас готовы. Слайсиками сейчас нарезаем помидорчик. Да. Так, начинаем мазать наш баклажанчик. Да. Помидорчик. Еще раз. Ирма, а что будем пить с этим блюдом? Пить? Да. Красное вино. Красное вино. Да. Отлично. Грузинское? Грузинское, конечно. Мы отправляем в духовку. 11 минут, 220 градусов. До готовности за 3 минуты мы вынимаем баклажанчики и посыпаем сыром сулугуни. И отправляем обратно. Отправляем опять в духовочку. Все, поехали в духовку. Баклажаны уже готовы. Мы будем формировать на тарелочку. Опа! Отличненько. Дальше что мы делаем? Мы оформляем салатные листья в фрезе. И помидорчики черри. Помидорчик мы будем пополам резать. Ага, режем пополам, да, и туда укладываем на тарелочку. Да, отлично. На тарелочку. Запах, друзья, вам могу сказать, обалденный. Супер. Блюдо готово. Наш баклажан готов, будем пробовать. Да, но сначала мы выпьем по бокальчику винца. Чин-чин. Все, отрезаем. Соус у нас прям в тему сюда получился. Ребята, очень вкусно, по-настоящему, по-грузински. Ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь. И как всегда, спасибо, шеф. Мазлут. Мазлут. Как обзанды будут.
Всем пока-пока.